Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Продовжуємо говорити про вступну кампанію 2021. Радий вітати в нашій студії декана факультету цивільної господарської юстиції Одеської юракадемії Денис Колодин. Денис, вітаю вас. Говоримо з вами. Ви є декан факультету, який стрімко розвивається. Це на волі слова, є факти. Вже який рік в цей факультет лідер з набору абітурієнтів, студентів. Чому молодь обирає факультет цивільної господарської юстиції? Аргументи наведіть, чому потрібно обирати? Ну, ви знаєте, ви правильно підчеркнули, що на протяжении уже нескольких лет самый большой набор осуществляет именно факультет гражданской и хозяйственной юстиции. И этому есть ряд объяснений, это комплекс. Знаете, ну самое главное, это, конечно, качество образования. Качество учебного процесса, потому что мы учебный процесс не упрощаем. И второй, самый важный фактор – это трудоустройство. Говоря о первом, об учебном процессе, это преподаватели. На факультете гражданской и хозяйственной юстиции преподают лучшие преподаватели нашего университета. И это не пустые слова, потому что подтверждением тому, где лучше всего воспринимаются знания студентами и где самые умные студенты, это является наша университетская олимпиада по правоведению. И вот, говоря о последней олимпиаде, то факультет гражданской, хозяйственной и юстиции в очередной раз занял первое место. При этом мы заняли первое место и на первом курсе, второе место на втором, первое место на третьем, первое на четвертом, первое на первом курсе магистратуры и первое на втором курсе магистратуры, то есть абсолютно на всех курсах, а это 7 человек от каждого курса представляют команду, и по общему результату это безоговорочное первое место, а 3 лучших студента со всего университета, которые показали наивысший результат, они будут представлять наш вуз на всеукраинской олимпиаде, и все эти 3 студента, которые будут представлять весь вуз, это студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции. И второй очень важный фактор – это, конечно, трудоустройство, когда у выпускника есть возможность трудоустроиться. Именно этому направлению огромное внимание уделяет наш руководитель, это Сергей Васильевич Кивалов. И говоря о выпускниках, каждый из работодателей знает, что выпускник факультета гражданской и хозяйственной юстиции, он обладает фундаментальными знаниями, которые он может применить на практике. У нас есть договора абсолютно со всеми государственными учреждениями, организациями, это и Министерство юстиции, это и Генеральная прокуратура Украины, и следствие. Это и таможенная служба, это и суды общей юрисдикции, это и хозяйственные суды, административные суды. Наши выпускники трудоустраиваются и в частных юридических фирмах. Наши выпускники работают помощниками адвокатов, нотариусами. Выпускники, которые выпустились раньше, уже сами адвокаты, нотариусы. Они сопровождают, юридически сопровождают бизнес, они руководят юридическими департаментами местных администраций. Поэтому сегодня и я, как руководитель факультета, прилагаю колоссальные усилия. Мы стараемся всегда приглашать для встречи с выпускниками руководителей соответствующих организаций, направляем на собеседование для того, чтобы эти руководители смогли выбрать определенное количество студентов и лучших из лучших. И очень важным является, что многие из этих руководителей, которые являются сегодня потенциальными работодателями для наших студентов, они являются еще и преподавателями наших кафедр факультета, и непосредственно читая лекции, находясь на семинарах, они уже видят студентов, и лучших из лучших, конечно же, отбирают для того, чтобы они работали у них в їхніх організаціях і учреждениях. Денисе, ви сказали про олімпіаду серед правників з дисциплін, пов'язаних з юриспруденцією, але наші глядачі, коли чують слово олімпіада, у них відразу щось таке спортивне в голові, і ми з вами розмовляємо, поряд з нами і дипломи за перемоги, багато перемог в спорті і трофеї. Давайте все ж таки декілька слів. Чому абітурієнт, коли прийде на ваш факультет, він ще обов'язково потрапляє в команду переможців, наскільки я розумію?
Ну і девіз нашого факультету – «Обирай кращих, стань кращим». І на самом деле сьогодні третій составляющий, ми сказали об учебному процесі, ми сказали о трудоустройстві. Третя составляющая – це дуже важливо, це студентська життя і атмосфера на факультеті. І цьому направленню ми теж уділяємо дуже велике внимання. І сьогодні кожен студент, окончивший школу, він може далі, знаходясь на факультеті гражданської хозяйственної юстиції, реалізовувати свої творческие способности, потому что у нас есть вокальная студия, где наши вокалисты занимаются, они выступают на различных конкурсах, получают гран-при, привозят, вот, соответственно, кубки, награды, грамоты. У нас есть танцевальная студия, наш коллектив выступает на различных конкурсах, фестивалях и городского, областного, и всеукраинского уровня. У нас есть команда, выступающая в Лиге смеха, которая показывает тоже достойные результаты. Соответствующие соревнования, конкурс по Лиге смеха на Кубок президента университета у нас всегда проходит. И вот уже второй год подряд победителями является именно команда факультета гражданской и хозяйственной юстиции. Каждый из тех, кто занимался спортом в школе, он может продолжить заниматься спортом и у нас в университете. Много секций работает у нас в университете. Это всегда приветствуется руководителем университета Сергеем Васильевичем Киваловым. А для профессиональных спортсменов, тех, кто является кандидатами в мастера спорта, тех, кто является мастерами спорта международного класса, им предоставляются индивидуальные графики, потому что у них два раза в день тренировки для того, чтобы они показывали соответствующие результаты. И для них индивидуальный график, поэтому, когда может спортсмен, он приходит, и ведомости индивидуальные для сдачи сессии, потому что не всегда он может прийти в ту дату, в которую назначен экзамен, потому что у него могут проходить соревнования. И это всячески нами поддерживается. Почему? Потому что это слава нашего вуза. И те награды, это не все награды, которые сегодня есть на факультете, это лишь маленькая частица, менее 5% тех наград, которые сегодня студенты получают, привозят, и тем самым создавая славу нашему университету, создавая славу нашему факультету. И каждый, кто сделает правильный выбор и поступит на факультет гражданской и хозяйственной юстиции, сможет развивать свои способности в соответствующем направлении. Вот если даже говорить о спартакиаде, которая проходит в университете, то на сегодняшний момент она не закончена, осталось несколько видов спорта доиграть, но в общекомандном зачете факультет гражданской и хозяйственной юстиции находится далеко впереди, и уже даже если проиграть оставшиеся виды спорта, мы все равно останемся... Это не в правилах факультета, насколько я разумею, програвати. Да, для нас второе место – это поражение. Але щоб стати студентами повноцінними, у абітурієнтів, їх батьків є питання, головні питання, ну, взагалі, кількість бюджетних місць і який прохідний бал на головній спеціальності, яким навчають? Ну, если говорить о специальности права, то здесь, слава Богу, ничего не изменилось. Минимальный проходной пороговый балл, он и остался на уровне 140 баллов. То есть это совокупность всех тестов. Для поступления обязательно нужны украинский язык и литература, история Украины, и на выбор либо математика, либо иностранный язык. На бюджет мы балл узнаем уже только после окончания вступительной кампании. В прошлом году он составил 184 балла. Касательно бюджетных мест, их на факультете гражданской и хозяйственной юстиции наибольшее количество в университете. И в прошлом году наибольшее количество и бюджетников тоже поступило на факультет гражданской и хозяйственной юстиции. Их более 100, поэтому просим всех желающих подавать документы. Кто пройдет соответствующий пороговый балл, они поступят и будут учиться. Если говорить о новой специальности 0.35 филология, кстати, хочу акцентировать, что она в прошлом году вошла в тройку самых популярных специальностей в нашем государстве, то там минимальный балл пороговый составляет 100 баллов, поэтому ребята, которые не могут быть юристами даже, допустим, это очень важная профессия, быть преподавателями, переводчиками, да, потому что это филология именно иностранного языка.
могут поступать и получить соответствующие качественные знания. И вот то, что здесь, в университете, на факультете гражданской и хозяйственной юстиции получают качественные знания, является подтверждением набор, который был осуществлен. Это был первый набор на специальность филологию. Поступило более 100 человек. Это весомый показатель, и сегодня ребята демонстрируют блестящие знания. И вы знаете, министерство, зная качество подготовки в университете, с первого года дало нам бюджетные места. Мы заполнили полностью 100% количества бюджетных мест. В этом году более 30 бюджетных мест на эту специальность также министерство планирует нам выделять. Для того, чтобы поступить, обязательными здесь являются украинский язык и иностранный язык. А третий сертификат можно по любому ЗНО, то бишь физика, математика, география, химия, биология, любой сертификат можно принести третьим для того, чтобы стать в дальнейшем филологом. Уже скоро рік, як країна загалом, і вуз окрема юридична академія, живуть в умовах карантину, він, на жаль, завершується, але ніхто життя, студентське життя, наукове життя не відміняв, і потрібно якось працювати з абітурієнтами, робити їх студентами, проводити якісь профорієнтаційні заходи. Як в умовах карантину відбувається взагалі це? Ну, ви знаєте, ми сьогодні вынуждены соблюдати те ограничения, нормы, которые установлены Кабинетом министров Украины. И сегодня нужно приспосабливаться той модели, которая формируется в обществе. Мы, не откладывая на потом, сразу же еще в марте прошлого года после введения карантина, в кратчайшие сроки, одними из первых начали такое мероприятие, как «День открытых дверей онлайн». Что это такое? Это на платформах YouTube, на платформах Instagram мы проводили прямые эфиры. Заранее до этого давалась реклама. Я тут хочу отметить очень и поблагодарить наших студентов, которые у себя в сторис, в постах выставляли объявление, что в такой-то день, в такое-то время состоится прямой эфир. И во время этого прямого эфира мы не рассказывали просто про факультет, мы вот выработали очень удачный формат, когда абитуриенты сами задают вопросы, которые их интересуют. И абсолютно на все вопросы они получают компетентные ответы. Все эти эфиры сохранялись всегда, то есть в любое время, кто не смог присутствовать в прямом эфире, он в любом случае мог зайти, пересмотреть. Это всегда были полуторачасовые в среднем эфиры, задавалось очень много вопросов. И один эфир, допустим, в YouTube в среднем собирал 1500 просмотров. В Инстаграме более 2000. И, ну, это является показательным. Это мы проводили еще весной, и потом набор, и все эти усилия он оправдал. И потом на протяжении уже осени мы смогли чуть-чуть поучиться, да, в режиме аудиторном, потом перейдя на режим, опять-таки, дистанционный, мы проводили, ну, раз в 3 недели эти эфиры, и студенты вот получали все интересующие их ответы. И сейчас я хочу воспользоваться случаем и пригласить всех наших абитуриентов прийти в Национальный университет Одесская юридическая академия через субботу, 27 февраля, состоится День открытых дверей в актовом зале. Вы знаете, что разрешила Кабинет министров Украины, разрешил собрание культурного, научного характера с заполнением залов 50% и рассадкой в шахматном порядке. Поэтому мы ждем и будем соблюдать все нормы, которые закреплены в соответствующем постановлении нашего правительства. И ждем наших абитуриентов на встречу и будем рады их видеть. Уже давно уж очень мы их не видели. Последний раз в стенах университета более года назад встречались. Поэтому очень ждем, готовимся, готовятся студенты их встретить, показать то вищее учебне заведення, де вони вчаться, вони їм дуже гордяться. Продовжуючи карантинну тематику, чи якось вплинуло цей незвичний режим, ну, він вже став звичним, але все ж таки, ну, зокрема для юридичної академії, проблем не було, на якості отримання освіти, тому що я знаю, що було
Ну, в школах, в деяких навчальних закладах, там, також в вищих навчальних закладах, були скарги на якість освіти. Але як вдалося в юридичній академії, зокрема на вашому факультеті, цього не доводити до цього, так, щоб якість як була на вищому рівні, як, щоб вона так і залишилась? Ну, ви правильно говорите. Я в першому, що в початку нашої бесіди підчеркував, що учебний процес – це головне і основне. От коли ще рік назад тільки було прийнято рішення о введении карантина, и непонятно, насколько, первый раз его ввели, если помните, на 2 недели, но изучая опыт, видя, что происходило на тот момент в Италии, в Испании, ну, мы четко понимали, что это не будет 2 недели, и сразу же с первой недели было принято решение о переходе на дистанционную форму обучения. Причем дистанционная форма обучения, она не была формальной, как в многих других вузах, когда просто на почту сбрасывались какие-то задачи, какие-то задания переписать, написать конспекты и потом выслать их преподавателям. А это был четкий учебный процесс в соответствии с тем расписанием, которое было утверждено руководителем университета Сергеем Алексеевичем Киваловым. То есть если 8.30 пара начиналась, то 8.30 на нее заходил через платформу Zoom преподаватель и все студенты группы, представитель учебного отдела, деканата заходил, делал перекличку, завелись электронные журналы. И таким образом успешность студента отмечалась в этих журналах. Мы были первыми, и, наверное, первые 2-3 недели было тяжело, но мы изучили весь передовой опыт, который есть сегодня в Европе, в ведущих мировых вузах. Его применили у нас, и получилось очень хорошо реализовать этот проект. Со мной созвонились многие мои коллеги, просили поделиться опытом с других вузов, и мы были первыми первопроходцами. Дальше у нас это уже была наработанная схема, и, допустим, перейти в прошлом семестре осенью на систему дистанционного обучения не было никаких сложностей, но самое важное – это контроль за тем, чтобы эта система соблюдалась. Да, 8.30, если пара начинается, то она должна продолжаться 1:20, да, потому что я знаю, что во многих вузах преподаватели там, и студенты, а давайте мы быстренько зайдем, пока нам там перекличку сделали, нет. Мы следим за тем, что весь 1:20 должен студент усваивать четко тот материал, который он должен усваивать, экзамены должны выставляться не по текущим оценкам, а студент должен в режиме Zoom подтвердить свои знания, которые... И ту оценку, на которую он рассчитывает. Студенты, конечно, пытаются хитрить. Мне даже показывали, как они во второй половине экрана открывают соответствующие ответы на вопросы, пытаются читать. Сложно даже это заметить преподавателю. Но у нас высококвалифицированные педагогические кадры, которые могут задавать дополнительные и задают дополнительные вопросы, которые четко определяют уровень знания студентам. И студенты готовятся качественно к сдаче экзаменов, понимая, что списать, ну, большая сложность. Про ноу-хау хотілося б також вашого факультету запитати, про ноу-хау ярмарки дисциплін. Я пригадую американські фільми, серіали, коли школярі такі старших класів приходили до школи і ділилися, хтось іде на одну дисципліну, хтось на іншу. Мені здавалося, що в наших реаліях це неможливо. Хтось там вважав, що це не прогресивно, але все ж таки сміливий крок від факультету цивільної господарської юстиції. А вы все же таки решили запровадить, как это работает? Ну, вы знаете, это я очень горжусь тем, что мы смогли реализовать этот проект, потому что в соответствии с Болонской конвенцией, в соответствии с законом о высшем образовании, 25% дисциплин на образовательной программе студент выбирает себе сам. И это ноу-хау, главное, очень понравилось студентам. Как оно работает? В среднем около 2 дисциплин в семестр студент может выбрать себе сам. Планируя нагрузку следующего года, вот в апреле месяце, собираются студенты одного курса, и преподаватели приходят, у каждого преподавателя 5 минут на презентацию своей дисциплины и максимум 2 минуты на ответ на каждый вопрос. То есть преподаватель презентует, а студенты себе отмечают, ставят отметки, какая им дисциплина больше понравилась. Потом, когда заканчивается непосредственно презентация, им в Google форме они получают анкету
с указанием, названием дисциплины и фамилия преподавателя, который презентовал дисциплину. И таким образом определяются, и какие дисциплины они будут для себя слушать и воспринимать. Тут в чем плюсы, в чем положительные моменты. Первое. Заведующие кафедрами отправляют на эту ярмарку лучших из лучших преподавателей. Почему? Потому что, когда они презентуют дисциплины и их дисциплины выбирают, они на кафедру приносят дополнительную нагрузку. Дополнительная нагрузка – это дополнительные часы, соответственно, дополнительная оплата для преподавателей. Это первое. Второе – это большой плюс для студентов. Студент, поступая в университет на первом курсе, не сталкиваясь с юриспруденцией, он видит, что он хочет быть адвокатом. Когда он проучился год, он понимает, что он хочет стать нотариусом. И он может на протяжении второго, третьего, четвертого курса выбирать цикл гражданско-правовых дисциплин, которые нужны для нотариуса, для того, чтобы осуществлять нотариальную деятельность. Таким образом, у студента есть... А может, у него вообще в конце третьего курса он решает, и у него подворачивается возможность потом устроиться в следствие. Он на четвертом курсе полностью все дисциплины себе выбирает, которые может выбрать уголовно-правового цикла, которые нужны для следствия. Это очень важно. Он не учится по жесткому, намеченному администрацией университета учебному плану, а у него есть маневр. 75% дисциплин изучают те, которые приняты решением администрации университета. Это те дисциплины, которые готовят студентов для сдачи внешнего независимого оценивания для поступления в магистратуру, то есть фундаментальные дисциплины все, это 75%, а 25% это те спецкурсы, которые студенты могут выбирать для себя. И сегодня это выбор дисциплин себя оправдал, и мы его будем в дальнейшем еще развивать и совершенствовать. Еще говорить, продолжаючи тему новаций навчального процесса, на що чекати студентам, досвідченим студентам, студентам-новачкам на початку навчального 2021 року? Ну, ми, як завжди, не стоїмо на місці. Ми в 2021 году плануємо продовжувати розвиватися і йти сімимильними шагами вперед. Ну, вот то ноу-хау, о котором мы говорили, о выборе дисциплин, мы его будем совершенствовать, модернизировать. Теперь студенты будут выбирать один экзаменационный, смогут выбирать один зачетный предмет. Это очень важно, потому что до этого они выбирали только зачетные. Второе, они смогут теперь выбрать дисциплины таким образом, чтобы у них не было окон. Потому что одним из небольших минусов было, у нас был день выборных дисциплин по расписанию пятницы. И у студента могла быть первая, вторая, потом четвертая пара. Да? Сейчас вводятся соответствующие изменения для того, чтобы у них не было окон. Это тоже очень позитивно и правильно для студентов. Студенты теперь, имея не 5, а 2 приоритета, будут оставаться в коллективе своих академических групп. Потому что до этого они перемешивались. Это тоже является позитивным моментом. Еще одним важным таким достижением ноу-хау, которое будет реализовываться в 2021 году, это проведение всеукраинского конкурса научных работ по гражданскому и семейному праву на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции в университете. И здесь на протяжении 3 лет этот конкурс будет проходить. Мы давно боролись, и Министерство образования и науки Украины обратило внимание на те достижения, которые у нас есть, и отдало этот конкурс. И наши студенты, от каждого вуза 3 студента будут презентовать свои работы, доклады на этом конкурсе, от нашего тоже, но для наших студентов, потому что большинство жюри будут, это преподаватели нашего университета, будут наилучшие возможности, чтобы себя проявить, да, они смогут более качественно презентовать, посоветоваться, проконсультироваться. И знаете, как говорится, дома и стены помогают, поэтому наши студенты, мы надеемся, покажут самые высокие результаты. Это очень престижный конкурс, даже руководство такими студентами, которые участвуют в этом конкурсе, это один из пунктов лицензионных условий. А сегодня, чтобы работать в университете, минимум у каждого преподавателя должно быть 4 пункта лицензионных условий. И вот если ваш студент, которым вы руководите, занял призовое место, это один из пунктов лицензионных условий.
Поэтому это очень важный конкурс, который мы сегодня проводим, и он абсолютно доступен нашим студентам. Ще важливе питання, хотілося б розглянути, останні півтори-дві хвилини є, можливо, більше, але все ж таки більше, тому що питання стосується міжнародного визнання факультету, працівників факультету, студентів, викладачів. Скільки я розумію, ну, взагалі в Одеській юридичній академії це така важлива риса, активне міжнародне співробітництво, але й окремі факультети, факультети-лідери, можна і так сказати, теж окремо працюють і налагоджують зв'язки на міжнародному рівні. Ну, міжнародне направлення, воно для нас завжди являлось пріоритетним и очень важным. И сегодня на факультете гражданской хозяйственной юстиции реализуется такое направление, которого нет ни в одном вузе в нашем государстве. Это международные учебные визиты, когда не один, два, три там студента, а 50-60 студентов, которые показывают наиболее качественные знания, отправляются для усвоения и закрепления знаний, полученных в университете, в соответствующие европейские институции. Например, вот один из учебных визитов — это был Европейский суд по правам человека, Европейский парламент. У нас есть дисциплина, европейские практика Европейского суда по правам человека в судопроизводстве гражданском. Там студенты могли ознакомиться с работой суда. Действующие судьи, адвокаты, сотрудники суда читали им лекции. Студенты получили соответствующие сертификаты, которые подтверждают, что они действительно там стажировались. В рамках изучения дисциплины спортивное право наши студенты посещали штаб-квартиру ФИФА в Швейцарии, где тоже от ведущих спортивных юристов слушали лекции, задавали им вопросы, получали компетентные ответы. Ну и, конечно, это большое путешествие в несколько дней. Помимо работы, конечно, наши студенты и культурно обогащались. Они заезжали и в Берлин, Мюнхен, Краков, Будапешт, где тоже культурно обогащались. И всебичный розвиток, я так называю. Да. И получили самые прекрасные эмоции. Это очень их вдохновляет, развивает. Говоря о международном сотрудничестве, также важно сказать о том, что у нас реализовалась в рамках договоренности с Варшавским государственным университетом школа польского права, когда студенты совершенно бесплатно на протяжении 3 семестров имели возможность на протяжении 1 семестра изучать польский язык, а потом слушать лекции от ведущих доцентов и профессоров Варшавского государственного университета лекции. Причем лекции, если изучение польского языка началось в аудиторном режиме, потом в онлайн, лекции все, уже было открыто авиапространство, и сотрудники Варшавского государственного университета прилетали, читали лекции для наших студентов каждую неделю, 2-3 дня. И в конце обучения остался еще один семестр. Наши студенты будут сдавать экзамен, получат соответствующие дипломы за подписью ректора Варшавского государственного университета. И они смогут эти дипломы в дальнейшем с указанием в дипломах, с указанием количества часов и кредитов прослушанных, и кто-то, если решит продолжить обучение в Европе, если будут совпадать дисциплины на основании этих дипломов, смогут перезачесть дисциплины, которые у них будут в вузах, куда они поступят. Да? А 5 лучших студентов получат возможность на протяжении 3 месяцев в город Варшаву, в Варшавский государственный университет поехать для стажировки. Помимо этого, мы, конечно, развиваем направление обмена студентами. У нас договора с многими университетами Европы, мира, и к нам приезжают для обучения и прослушивания лекций. Наши студенты ездят. К сожалению, в связи с пандемией это направление в некоторых моментах где-то в онлайн ушло, но даст Бог, все наладится, и все это снова будет доступно и будет реализовываться самым активным образом. Бажаю успіхів вам, Денис, вашим колегам, взагалі факультету, утримувати і надалі лідерські позиції. Я сподіваюся, абітурієнти зроблять правильний вибір. Спасибо. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Тхемій. До наступних зустрічей в ефірі.